Ну, я просто сейчас на распутье, скажем так, мне 18 лет, а я себя не реализовала. Каких-то предпочтений у меня нет, и я просто решила вот попробовать себя в этом. А как, по твоему мнению, 18 лет должна себя уже была реализовать девушка? Ну, многие уже знают, многие, допустим, увлекаются литературой, они безустанно читают книги, кто-то рисует, кто-то шьет, кто-то готовит, а я ни туда, ни сюда как-то мешкаюсь. Читать не любишь? Нет, люблю, но если обалденно захватывающий сюжет. Что последнее ты читала? Последнее Гастон Леру «Призрак оперы», и мне очень понравилось, кстати говоря. Особенности – волосы. У меня густые, красивые волосы. Были раньше длинные, недавно отстригла. Глаза красивые, взгляд выразительный. И куда headed all, rolling in the deep, you had my heart, it's all.